Хвасумун, западные ворота крепости Хвасон. Однако, Хвасу буквально означает «запад крепости Хвасон». Ворота на самом деле расположены на северо-западе крепости, потому что на западе от крепости находится вершина горы Пал-Далсан. Одни из четырех ворот крепости Хвасон. Лунные ворота Хвасу были построены в 1796 году. Лунные ворота Хвасу сравнительно хорошо сохранились. И поэтому в 1964 году ему было присвоено звание «Сокровище номер 403». Деревянный павильон и каменная арка были отремонтированы в 1975 году. За воротами широкая ровная площадка, поэтому для наблюдения за окрестностями был установлен высокий сугук Гонг-Синдон. Хотя Чанан-Мун и Пал-Дал-Мун – одни и те же врата. Мун Чанг-Лён и Мун Хва-Су относятся к более низкому уровню. Он состоит из каменной арки, одноэтажного деревянного павильона и полукруглая кирпичная стена, помогающая защитить ворота. Ворота Хва-Су Мун хорошо сохранили свой первоначальный вид, демонстрируя простые, но подробные архитектурные приемы 18 века. Лунные ворота Хва-Су, если смотреть вместе с прилегающей северо-западной сторожевой башней, считается одной из самых знаковых сцен крепости Хвасон. Имена участников строительства начертаны на каменной стене ворот. В то время участвовали каменщики из Сеула, Каесона и острова Канхва. После завершения строительства Пак Сангиль получил высшую награду среди каменщиков. Мемориальная доска была написана Чхэ Дже Конгом, генеральный директор крепости Хвасон, но оригинала не осталось. Су выиграл крепость Хвасон, ворота Хвасу Мун расположены на ближайшем расстоянии от временного дворца Хвасон и горы Пал-Далсан. Другими словами, это ближайшие ворота к тому месту, где остановился король Чонг-Джо. А король Чонг-Джо был королем династии Чосун в Корее. Это доказано тем фактом, что вокруг врат Хвасу Мун не образовался рынок. Потому что Ханг Ли Дан Киль в Ханг Пунг Дон, ведущем к временному дворцу Хвасон. Начинается от лунных ворот Хвасу, предполагается, что это был важный маршрут, по которому должен был пройти король Чонг-Джо. Я думаю, что ворота Хвасу Мун не являются воротами, через которые проходит широкая публика. Он использовался как оборонительные ворота для защиты короля. Он имеет структуру, отражающую факт. Одна из особенностей лунных ворот Хвасу в том, что он расположен недалеко от горы Пал-Далсан. По пути на гору Пал-Далсан вы можете увидеть чудесный замок, ведущий к горе Пал-Далсан. В настоящее время через лунные врата Хвасу вы можете пойти во временный дворец Хвасон, прогуливаясь по Ханг Ли Дан Киль в Ханг Бунг Дон в Сувон. Потому что вы можете подняться на гору Пал-Далсан. Су выиграл крепость Хвасон, лунные ворота Хвасу, самое популярное горячее место. Вокруг ворот Хвасу Мун расположен хорошо развитый парк. Особенно вокруг парка Хвасу Мун. Серебряные травы пышно растут. Это подчеркивается еще больше в том, что ворота Хвасу Мун – историческое место. Маршрут от ворот Хвасу Мун до вершины горы Пал-Далсан разнообразен. Другими словами, есть три способа добраться до вершины горы Пал-Далсан. Если говорить конкретно, есть три метода, а именно, как пройти по пешеходной тропе на гору Пал-Далсан. Как добраться до вершины по крепостной стене Сувон Хвасон, как прогуляться по парку Хвасу Мун и подняться на вершину.